Полгода назад молодые люди, увлекающиеся спортом, решили объединиться в одну команду для совместных занятий воркаутом. Так появилось объединение «Воркаут Тим Саров». Вместо спортзалов и тренажеров у них дворовые площадки с брусьями и перекладинами. Сначала ребята занимались для себя, но в этом году решили познакомить с воркаутом всех жителей города. Мы как бы хотим этот спорт ввести в массы, чтобы многое молодежь увидела нас, смотивировалась, поставила себе цели. И просто приходил к нам на тренировки, проявлял желание. Сейчас ребята стараются как можно чаще организовывать турниры по воркауту среди новичков, любителей и профессионалов. Денис Кулаков принимает участие почти во всех таких соревнованиях. Занимаюсь я воркаутом около 3 лет. Вот. Этот спорт для меня очень важен, потому что он развивает координацию и физическое развитие тела. Освоить силовые и акробатические элементы воркаута просто, главное – регулярно посещать тренировки. Всех, кто хочет попробовать свои силы в этом уличном виде спорта, приглашают на занятия, которые проходят ежедневно с 5 до 8 вечера на спортплощадке жилого комплекса «Саровская ривьера» в районе поймы реки Сатис. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».